Игнат Тихонович, ты меня помнишь немножко или нет? Ну, знать-то так знаю теоретически. Ты уже не помнишь Акуловых, да? Ну чего не помню-то? Как вас узнаю, что вы все бритые? Как Не, безбожники. Чем вы отличаетесь от неверующих-то? я лысый, лысый. У меня. Ты помнишь отца Прокопия Да Павловича? Он же неужели не лысый. помню-то? Я помню, как он первый раз приехал в Венспилс. Как он говорил Вот. проповеди. Я все Ну, помню отлично. я много просмотрел твоих записей в интернете, как ты там трудишься с людьми, с детьми в лагере. Вот. Ну, хорошо. Пусть Господь благословит, чтобы воспитать еще людей с живой верой, как говорится, да? Вот. Это хорошо. Там кое-какие есть, конечно. Хотел посетить тебя когда-нибудь, но не знаю, я живу далеко, я же с Америки тебе звоню. А я, которые уехали в Америку, я смотрю на них как на изменников. Не, Все Игнатий, искали свободу, поехали. До туда приезжали баптисты-то. Все разложились, говорит. Женщины без платков, в брюках и накрашенные. Что ну говорить, нет, говорить? моя жена пока еще в платке. Да. Снимать не собирается. Не-не. У нас, Игнатий, кстати, вот здесь Баптистская церковь, в которую я хожу здесь, да, она более, ну, более-менее такая строгая, более. И да, есть баптисты немножко свободные, я с тобой согласен. Есть такое. Что скрывать? Смотрел, как ты баптистов принимал там, немцев приезжали, посещали вас в деревне, в Потеряевке. Красивая деревня, кстати, красивая деревня. Вот. Но знаешь, мне что не понравилось? В лагере у тебя сильно убогие домишки. Как-то надо повеселее там домишки, чтобы стояли аккуратненькие такие. Ну, а у вас как-то скромненько очень все, Так, а очень вы когда скромно. смотрели в лагере-то? А запись, наверное, 14-го, какого, 15-го года, что А ли? сегодня какой год? Ну, понятно. Хай На что дворе. получается 17-й. У нас-то такое в Да. прошлом году нападение было Роспотребнадзора, государственных органов. И Я лагерь был смотрел за... все. Я все смотрел. Ну так а значит, И что лагерь как мне. ликвидирован, лагерь ликвидирован. Мы купили дома, и теперь в домах. Совершенно по-другому. А, все поменялось. Все. Все поменялось. Но также приезжают люди. Нынче из Канады только четверо были, из Италии. Ух ты! Хорошо, хорошо. Хорошо. Ну, а детишек по сколько бывает? Человек 20 бывает, Ну сколько? Сколько 30? бывает? По-разному приезжают, уезжают. И А, теперь понятно, приезжают понятно. как не лагерь, а в гости. А, ну. По-другому Ну, никак. пос. Они такие нормы ставят, то никак. Невозможно существовать. На их стороне полиция, суды, прокуратура, все на их стороне. Что они напишут, то так и делают. На меня подали в суд, а суд их не удовлетворил в первый раз. А у них штрафы по миллиону, по полтора. А, ну. Вот так. Они закрыли, говорит, сотни лагерей, а нас ничего не могли сделать. За нас все молились. И я понял, на следующий день я лагерь ликвидировал. А это знаешь почему, Игнатий? Потому что была катастрофа, дети погибли в одном месте, не, в двух местах даже. Там на лодке перевернулись, много погибло. И лагерь был, лагерь тоже был. И потом дали указ проверять все лагеря. И вот ты попал под эту раздачу. Ну, Вот. одно дело проверять, другое дело уничтожать. Это разные вещи. Ну да, Они ничего не да. нашли. Что? Вода из колодца. А где ее брать? В деревне. Нет, она должна быть проточная. Ну, где проточная? С крыши течет. Дальше у кастрюли, у одной покрышки нашли эмаль отбитая. Да, я Дальше видел. разделочная доска не из того дерева. В магазине купленная. Это, ну, это же явно какие. У меня 45 лет, ни одного отравления, ни одной аварии, ни одного заболевания. Тысячи детей подняты без помощи государства. Это что, мимо? Да. Но я скажу, твоя воспитательница Галя, отвечала хорошо им. Мне Ну. понравилось. Она молодец. Она там старалась загладить все углы, все кривизны. Она там все это. Молодец. Видать, школа твоя. Твоя школа, видно.
Хорошо, она отвечала им хорошо. Ну, значит, вы сейчас сменили, да, уже сейчас в этих, в домишках, да? Да не в В домах. домишках, в больших домах. Ух ты. Большие Прям дома куплены. По 80 квадратных метров в доме. Значит, прям здесь же в Потеряевке, Здесь да? же в Потеряевке мы купили, приобрели дома. И теперь все отремонтировали, поставили на место. И у нас там и кухонная аппаратура, и морозильные камеры, и все, все там. Да, надо все чистенько. Они, видишь, придираются, чтобы все было, вот и кастрюля, вот эта суповая, вот это там чай, вот эта каша, все подписано, чтобы... Это надзор, это же дети, за них, знаешь, сейчас как Да это... как знаешь, это 18 тысяч абортов каждый день. Это Да что, это все ложь, понятно. это Это все... лицемерие. Игнатий, мы все это понимаем. 14 700 только в Афганистане погубили. Кого они Ну да. охраняют-то? У нас нет никаких Да. нарушений, нет никаких. Это они просто их приспособили, и ни один, ни два работают. 110 тысяч в Роспотребнадзоре. Их кормить надо. Ну да, 110 да. тысяч, это 10 дивизий. Да. 110 тысяч. У нас полк был 1000, полк. Я в полку служил. Полк 1000 был. Второй полк тоже 1000. Два полка рядом стояли. Вот, все. Ну вот так. Ну, хорошо, интересно. Я посмотрел много. Ну, я все не просмотрел. У тебя там столько каждый день выкинуты, у меня столько времени нет смотреть. И тем более вы же не редактируете, вы пишете подряд и ничего не выкидываете. Нет, Ну, ничего. Я не монтирую. Я просто показываю. Вот люди говорят, а почему вот это не показано? А как утром, как питаетесь? То есть как с нуля строить деревню? Как ну. заниматься, как разговаривать с властями, как вести занятия, благовестие, миссию. Ведь нас от Владивостока до Лиссабона мы только проехали. Всю Ну да. Прибалтику и всю Скандинавию и Турцию. Шесть мусульманских республик. И везде я дарил 38 книг своих. Ведь это неповторимо. Да. Потом еще понравилось мне, как вы сестру встречали, там, как готовили дом, у нее был заброшенный дом там, это, видать, дом ее родства какого-то там, я так Нет, и не нет, нет, понял, нет. или отцов, или братов дом, или чей это дом. Но вы там все порядок наводили целую неделю там или даже больше, я забыл уже, сколько вы там возились. Но хорошо, поработали на славу там, я видел. Даже Надежда маленько попилила с тобой. Доски, дрова. Ну хорошо, там это, вот это приятно видеть, что встречаете своих единоверцев. Она же тоже, по-моему, православная, да? Вот эта сама старшая, ну хозяйка вот эта. Это у нее сын-то, видать, мирянин, без бороды же он. А кто? Про кого говорите? А вот я забыл в каком году, я там видео видел. В общем, домик был заброшен, там крапиву выдергивали, клены срезали, забор ей поправили, там вишня росла, оставили, яблоньку оставили. Нет, там никто не жил, никто. Это не наши люди. Это просто Не уверовали. колодец Все, все, чистили. все, 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 все. Я понял где. Это одна душа. Она, Но когда меня. она верующая, верующая. Когда меня судили, когда еще Да? следствие шло в 86-м году, а Я я на на суду был, Игнатий. ты почему Я у тебя на... ты еще перебиваешь-то, невежда? Ты задал вопрос, я пытаюсь отвести, ты одно предложение 3 раза прерываешь. Ты что делаешь? Молчу. Молчи. Так вот, а ей 16 лет было, родители подбили дать лжесвидетельство на меня, эту Татьяну. А она теперь пришла к нам, она приняла крещение в озере, уверовала и здесь попросила прощения, плакала за все, что было. Ты смотри, это Вот вот, как. А это приехал, это зять ее приезжал. Это не он не нашего круга человек. это рождение, это, да, хорошо. Ну и он, даст Бог, и он, может быть, обратится, вот. Ну, и теперь я понял, кто она. Я на суду был у тебя, Игнатий, был я. Но я не на все процессы, у тебя суд был 3 недели. Я где? Я же работаю. Но я был. Там было свидетельство очень хорошее было. И все, и это было. Я был, да. А вы Был. помните, Юру Михалькова знали? Ну, Гнюша, ну как же, ты что?
Ну, А конечно. вы слышали, как я о нем говорил на суде? Ну, вот это я сейчас вот точно не Вот. помню. Я в самом высоком плане отозвался о нем, и как его преследовали, и как он на суде говорил. А Иван Андреевич, да, Михальков был там. Он был очень Ну, доволен. Это да. его отец. Да. Ну, да, суд был. Мы в восторге были. Там не только я был, там Будимир был, Да, Володя, еще да. там были братья. И это мы, можно сказать, назидание получили даже. Вот Из так. Фрунзе все время прилетал Иван Данилович Кушнарчук. Его дети в Америке сейчас. Да я знаю его отлично. Я у них дома был, я у них во Фрунзе и ночевал там. Очень хороший брат. Ну, Очень правда, он хороший, да. и сейчас Николай в Америке, он тоже с бородой, Он но звонит он. мне, звонит и говорит, как разложились наши братья. Мы, говорит, от них отошли совсем. Дома одни. Он Да, он рассказывает. Я же в отошел, я Америке, знаю. когда в Америке был, я там много ездил. На встречу с баптистами, с епископом ездили. Во Сан-Франциско, Сакраменто, Вашингтон, Нью-Йорк. Ну, Коля мне не сказал, что он принял староверческое, ну, направление. Но примерно детей в платки одел всех Да. и сам бороду отпустил. Да. Вот. И говорит мне, говорит, Саша, сейчас, говорит, наши братья, это не те, которые были в 71-м году. Да. Это не те, говорит. Много упущения. Много упущения, вот, ну, он там говорил мне много, мы с ним по телефону несколько раз разговаривали. Постоянного контакта нет, а так раз-раз и позвоним иногда. Ну, он на том конце, а я около Нью-Йорка живу. Он хороший Николай, ревностный. Ну да, он так, он даже самому Крючкову вопрос задал: ты был в грехе или нет? Дерзко. Обычно священнику нельзя так дерзко говорить. При двух или трех свидетелях. А он прямо ему вот так в лоб. Он говорит, я тебе не обязан отвечать. Ну, кто ты такой? Вот А вот так с получается. Николаем какой случай был? Когда он был во Фрунзе, еще там жили, а там был брат Павел мой. И у него собирались там, баррикадная, кажется, 34. Разговоры были большие. Ну и там речь зашла, они вопрос задавали по тысячелетнему царству. Я говорю, оно началось на Голгофе. А у баптистов, то у них это адвентистское учение, что оно когда-то будет, когда-то церковь будет вознесенная, они не участвовать будут в великой скорби. Ну, то есть заблуждение стопроцентное. И он говорит, я не принял тогда. Но вот прошло, говорит, там 20 лет, я в Америке был, у нас машина где-то сломалась, братья уехали там за деталями какими-то, а я остался один ночевать. Я стал, говорит, размышлять, и мне, говорит, внезапно как все открылось, я теперь всем братьям говорю, мы абсолютно неправильно толкуем Евангелие-то, Слово Божие. Ему открылось через 20 лет, семя лежало, как в гробнице у фараона, через 1000 лет дало росток. Ну вот, открылось как-то, не знаю. Я, конечно, не подкован так, чтобы вот как-то какие-то там споры там заводить. Я это не сильно, я сразу скажу. Миша у нас, Миша, с бородой он сейчас, да. Он там на Алтае в деревне, он в немецком районе. Он любит беседовать, поспорить. Ну, где поспорить, где побеседовать, всяко. Вот Миша у нас, а я не такой. А вы ему скажите по скайпу, пусть он на меня выйдет. А, ну я когда-нибудь, когда вот буду с ним разговаривать, Да скажу, хоть сегодня, разговаривал с можно, вот Игнатием. сегодня и поговорите, еще когда-нибудь. И поговорите, он на Ну, меня выйдет. у нас время сильно разное. Вот сейчас 10, у нас пол 11 вечера, ну спать как бы надо, да? А у вас, наверное, 10 дня. Да. У нас мы время перевели на зимнее, и у нас сейчас получилось с вами 12 часов разница. Да. Вот. И потому очень бывает трудно нам состыковаться, потому что мы на работе, вы спите. Мы приходим с работы, ну, получается так, что вы просыпаетесь, мы засыпаем. Ну, вот так вот. У нас идут 3 раза в неделю занятия по скайпу, по Слову Божию. Хотите, я вам скину, когда можно зайти. А, по-моему, ты же ссылки какие-то скинул мне уже. Ну, не знаю.
Так ты же скинул ссылки мне. Нет, это тут нету. Тут это я свои ресурсы показал. Это сайт, Ну, форум, я... Mail.ru. А это занятия где? Вы завтра у нас занятия будут. Среда, пятница, воскресенье. Так это, как говорится, прямо, как это называется, подожди, conversation. В общем, несколько человек в одном скайпе, да? Да, там у нас с разных стран люди прицепляются. Вы только делайте так, как написано. Человеку дайте знать, Сергей Пупков, и он вас подключит. А выйти на него, я вам скину данные. Угу. Как же это называется? Разговор? Как же это слово-то? Когда все вместе в интернете, как это называется? Ну, по скайпу беседа. Нет, это конференция называется. Конференция. Это значит, много-много окошечек, и там да, это... Да, и у нас 3 раза в неделю в 6 часов. По-вашему, ну, это будет в 6 утра. Ну, вот внизу скинь, вот сейчас вот туда, и я это... Среда, пятница, воскресенье. Среда, пятница, воскресенье? Да, в 6 часов. Я прям сам себе запишу, чтобы сразу уже... У нас 6 вечера, а у вас 6 утра. Они не, вас... ну в 6 утра я в выходной день не встаю. А почему? Игнатий, я же работаю еще. Ну и что? Я же еще не на пенсии. Ну но что, вот что когда... Работаешь, не... что, спать надо? Работаешь, в выходной день хочется маленько отдохнуть. А вы вообще не в одно время молитесь? С кем? Ну с кем? Кто у вас рядом или с кем? Сами хотя бы... Ну, в разные времена. Ну, это так не годится. Выходной маленько. Никогда, чуть-чуть. никогда. У меня вот было, здесь... я ни в тюрьме, нигде никогда не позволял себе этого. Никогда. Это настраивает ты... человека на особую волну. Это интимная встреча с Богом. Это вы Богу командуете, а Господь нам указывает, когда. Рано встану, Давид говорит. А не что воскресенье. Врачи говорят, когда человек меняет ритм, вот воскресенье, это вредно для здоровья. Я больше склонен, знаешь, к какому? Когда Христос Самарянке сказал, и он говорит, на всяком месте и в любое время это будет, когда ты можешь общаться с Богом, на любом месте. Вот коснулось тебя в трамвае, ты едешь в трамвае и молишься, понимаешь? На всяком месте будут поклоняться. Ну вот я вот к этому склонен даже больше, чем... Не склонен, а как это есть всегда. Так, это так и есть у меня. Всегда в одно время. Ночная молитва, на ночь-то еще не молитесь разве? Это в одно обязательно. Время. Ну, это в одно время. Это все час... знают, и занятия в одно время идут. Ну, я вот это как-то не придавал значения. Тебя уже не исправишь, ты захрест на этом. Мы всегда встаем в 4:40. Все работают, работают люди, и все в одно время встают. И с Москвы мы все в одно время встаем. И поэтому Господь слышит, отвечает. Понял. Игнат Тихонович, когда Дух Святой касается, тогда и молимся. Когда Дух Святой приходит, это тебе раз, и тогда ты и молишься. Да нет, и такая, нет, и такая молитва живая, слышишь? Нет, обожди. И такая молитва живая, о которой некоторые даже и не знают, что можно так молиться, понимаешь? Ну скажи, вы думаете как? Вот человеку одна, а не охота молиться, а другому охота в это время. Какая молитва дороже перед Богом? Да горячая. Когда ты разогреваешь, а горячей ты не дождешься, ты засохнешь на этом. Ты даже не понимаешь, что ты вот сейчас сколько раз хохотал, рот развивал. Зачем это делаешь? Вот тебе и молитва. Это я улыбаюсь. Нет, ты, это хохотал, я... ты прямо хохотал. Ха-ха-ха-ха. Ян Златоуст говорит, разеваешь рот, не думаешь, что бес вскочит в тебя. Написано в горе смеющимся ныне. Радуйтесь. Господь помилует. Господь нет, помилует. Надо, это ложная надежда. Ибо сохранит. Теперь Царствие Божие усилием берется. Усилием просто берется. Просто я... Слышь, просто я рад, что тебя увидел, и улыбаюсь, и радуюсь. Нет, не улыбаюсь. Вот сейчас опять захохотал. Прихохатываешь. Ты знаешь, ну, это у нас ты такое, ну... Ну, зачем оправдываешься-то? У нас природное такое. Нечестивец в смехе показывает зубы, а праведник едва тихо улыбнется. Ты еще не берешь это места? Это есть такое это место, Библия есть. Это говорит нам. Нам не надо придумать, а я думаю, когда разогреюсь. Да никогда не разогреешься. Разогреваться надо. Войти в события мира, о ком молиться, о правителях. Мы вот о Трампе молимся каждый день. О Дональде. Ага. Каждый день молимся.
Ну Вы знаете, хорошо, что хорошо. Божье делает с Эрдогентом в Турции? Вы, если настоящую эту молитву-то послушали бы один раз, вы увидели как. Вот вчера ко мне зашел пятидесятник с Америки. С Америки, я его не знаю. И он вышел на меня, говорит, я в третьем поколении пятидесятник. Я говорю, а как вы вышли? А я, говорит, спал и во сне вас увидел. Во сне голос непрерывно мне говорит, найди Игнатия Лапкина. Найди, встреться с ним, найди. Во сне. И теперь он вышел, я эту беседу выставлю. Вчера была беседа какая, как Бог открывается людям. Я, говорю, теперь всем пятидесятникам, всем говорю, зайдите на его форум. Нигде такого больше нету. Нету. Это понимают. Ну, у тебя в интернете много ресурсов всяких. Ты везде, и там, и там, и там. У нас только 8 И тысяч. тебя, если он во сне увидел, ну пусть во сне там или как, ну, я тебя просто раз, и ты Ну появился в хорошо, скайпе, и все. хорошо. Так, Или Михаил, она меня видит. на ютубе везде ты, там столько видео, что просто не пересмотреть за год даже. Там у За нас год. 8600 видео, а в Ну. Mail.ru у нас 21 тысяча фотографий наших. Мы в А... Твиттере, в Фейсбуке, живой журнал, в Гугле, везде есть наши ресурсы. И от всего люди Игнатий, приходят, да. Игнатий, а ты знаешь, сколько у тебя подписчиков? Вот именно на канал на твой. Ну, знаю, 9600. Ну, это даже, я бы сказал, мало. Я думал, что больше. Мало. Да каждый день смотрят, люди-то приходят. Просмотров 8 миллионов 600 тысяч. Вот, это уже другая цифра. Вот эта Ну да. цифра другая. А у вас сколько приходит? Не, у меня нет ресурсов. А Я почему? только так, чуть-чуть. Во-первых, у нас, ты же знаешь, у нас строгая же церковь маленькая. У нас вообще запрещали все вот эти сети, все сети. Вот эти и скайпы, и одноклассники. Все у нас запрещалось. Недавно у нас начали помаленьку, ну, чтобы не... применять можно, но только чтобы осторожно, как говорят. Вот сейчас ты Вот. хохотал. Зачем? Ты не от радости говоришь, а привычка так хохотать. Ха-ха-ха-ха. Это такая привычка просто. Ну нельзя это. Искорени это. Христианам это не положено. Надо работать над собой, значит, Поработай. надо... И я это запомню, Вот сейчас чтобы... опять подхохатываешь. Которые люди подхохатывают, они очень блудливые. Ты запомни, этот грех идет тандемом. Человек любит спать, это связано с невоздержанием. Невоздержание. Павел говорит, многие бегут на ристалище, на стадионе, но один получает награду. И так беги, чтобы получить, а не так, что все равно Бог примет. Это обман. Написано ложное надеяние. Бегут тысячи людей, один получает награду. А остальные куда тогда? Говорит, много званых, но мало избранных. Вот куда пойдут. Отойдите в Ну, это проклятый вагон да. вечный. Не знал вас никогда. Но у меня есть вопрос тогда. Давай. Вопрос. И очень серьезный. Вот Церковь Христова, Да. это невеста Христа. Да. Ну, смотри, на браке, это значит, муж, ну, жених и невеста, да? У меня вопрос такой, Игнатий. А кто возлежащие на этом браке будут? Вот у меня какой вопрос. Господь создал церковь, невесту свою, в Сионской горнице, а не через 1500 лет. Откуда протестантизм пошел? Это не церковь. Где вы находитесь, это не церковь. Это секта, ересь. И вы должны до конца дойти. Так, как вы верите, вот так вот все это. Этого не было в церкви никогда. Тогда первые 1500 лет церкви не было. Он говорит, во все дни до скончания века с вами буду. Церковь это там, где есть рукоположенный епископат и благодать исходит. Где таинство есть, причастие, а не просто хлеб едим. Вот где он создал церковь. И вторая, говорится, половина того, что создано было в доме Корнилия, язычникам Бог открыл дверь. Другой церкви нету. Это все сейчас деноминация, конфессия. Это два слова, которыми сатана прикрыл слово ересь. Надо спрашивать не какой конфессии, а какой ты ереси принадлежишь. Игнатий, ну возражать сильно не буду. Я просто уверен, если Дух Святой у нас в церкви работает, значит это церковь. Вот так. А вот это остальное все, это. Но ты не ответил, не Я ответил. тебе Вот отвечаю сейчас, смотри. если церковь, это, ну, допустим, ладно, старообрядческая, это церковь. Ладно, все. Христос. А кто возлежащий? У меня вопрос был вот такой.
И ответь мне, который, пожалуйста. какой, значит, возлежащий? Вот на Перу есть брачные и возлежащие на Перу, которые приглашенные на этот пир. Призванные, которых Дух Святой нашел и которые пришли в церковь. Вот кто, скажи... Таинство со всех народов, со всего мира. Церковь, которая с первого века идет, а не тот, кто возникли адвентисты седьмого дня, свидетели Иеговы, мормоны. Это не церковь. Ну, во-первых, свидетели Иеговы мы сразу отметаем. Это не христовые люди вообще. А ты они, вот они иногда в записях, говорите. Иногда в записях ты говоришь про них. Да. А их отметать надо сразу, потому что они отвергли Иисуса Христа. У них только Бог Иегова, ну тебе ли это объяснять? Что, это ты как АБВГД знаешь, что тут говорить? Вот. Ну ладно, это мы не будем далеко уходить. Я думал, ты мне ответишь прям сразу, я раз тебе и ответишь. Я отвечаю, вы не понимаете ничего. Вот ко мне пришли баптисты отделенные в Барнауле. Я говорю, а кто такие 10 дев? Они не могут ответить, что означает крик в полночь раздался, что означает масло, что означает пошедите на торжище. Ни одного вопроса не могут. Много молодежи пришло, там человек может быть 15-20 ко мне в комнату. Я говорю, знаете, это место истолковано лучше всего самым великим проповедником за 2000 лет Иоанном Златоустом, патриархом Константинополя. Вот они у меня сидят, я открываю и начинаю считать. Но он-то говорит это в храме. Люди-то слушают его. И вот я 5 минут их прочитал, вот они заягозили, завертели на иконы там, все. Я говорю, слушайте внимательно, они не слышат. Я говорю, ну а когда он будет говорить, вот скажи 5 дев, слушайте, лучшего проповедника в мировой практике церкви не было. Они не понимают. Они в церковь вот приходят к нам, и когда вот и крутятся там хор, как поет. Почему я, говорю, сижу, когда в собрании на Радищу 67 ни разу не крутился? Когда приходили мы там на северо-западное, не крутились, а слушали внимательно и плакали. Они не могут слушать. Сегодня молодежь, молодежь какая сегодня молодежь-то? Они ничего не знают. У нас, наша церковь, она очень даже добро относится к толкованиям Иоанна Златоуста. Так что ты на нас это не говори. Я говорю то, у что нас... было на вас, я вас не знаю. Я говорю, у меня были дома, слушай внимательно. А, ну да. Это ладно, да. Были. Но, они возможно, не могут возможно. Слушать, они не слышат. Я вам отвечаю конкретно, определенно. Те, которых призвал Дух Святой, кто Духа Святого не имеет, тот не его, которые находятся в Церкви Христовой. Вы-то не церковь, баптисты-то. Вы образовались спустя 1600 лет. А где до этого-то были? Назовите в 5 веке, кто верил так, как баптисты. В 4-м, в 3-м. Вы не можете назвать ни одного. А раз не можете, значит, там вас и не было. Это легко понять. Раз первый Джон Смит. Ваше начало-то откуда? Джона Смита залез в воду, на себя руки положил, крестил, провозгласил присвятить. Но это же явно дурь одна. Так никогда не было. Павел говорит как? 14:27, считай Деяния апостолов. В каждой церкви рука положил. А когда в Самаре обратились, то апостол Петр и Иоанн поднялись и пошли. Зачем? Пришли они, никто Духа Святого не приняли, уверовали во Христа. Все, церковь. Нет, не церковь. И они пришли, считайте, 8 глава Деяния апостолов, и возложили руки, и сошел Дух Святой. А почему? Потому что все апостолы были в Иерусалиме. 8 глава 4 стих говорит, а рассеявшиеся ходили, благовествовали. И диакон Филипп, не апостол Филипп, говорил, и Дух Святой коснулся. Это не церковь. Люди уверовали, но это не церковь. Церковь вся находится в Иерусалиме. И оттуда пришли, рукоположили церковь, поставили пресвитера и епископа. Теперь церковь. Вы это не понимаете, вы легко. Да нет, я уверовал, где бы ни было. Писание не так учит. Это неоконченное дело. Считайте Титу 1.5. Вы почему-то так легкомысленно относитесь к спасению. А кто еретики? А вот свидетели Иеговы. Ну их не было, еретиков-то. Они 150 лет назад только. А 3 века назад где были еретики? Вы же ничего не можете ответить. Он говорит, во все дни, хоть в одном доме, дни Христа не было, это уже не Христос. Понимаете, я не очень рассуждаю, а вы рассуждаете. И говорит, и предали его за 30 серебряников, дабы исполнилось приреченное пророком Захарию. А вот если бы 29 дали, или 31, уже не Христос. Заметьте, что инфляция, сегодня кирпич хлеба стоит рубль, завтра 5-10. И 600 лет от Захарии. Меняется все. Все абсолютно меняется. Но стоимость раба не меняется. И стоит на 30 серебряниках. Как только Христа предал, на завтра стоимость раба стала 600-700 рублей. Это образно я говорю.
Почему? Пророчество непременно должно исполниться. Это волк перелазит, говорит, Индия, то есть через ограду. А что такое двери? Пастырь ходит. Дверь — это Писание. Надо в Писание смотреть. Двери – это Иисус Христос. Двери – Писание. Двери – это Иисус Христос. Никто не приходит ко мне, к Отцу, как только через меня. И не надо ничего тут выдумывать. Не надо выдумывать. Понимаете, я спросил Толю Петеремова, скажи, а что такое душа? Душа? Ну, дальше он сказал, душа – это вот когда человек умирает, и то, что от него отходит. А у него 18 значений в Библии с душа. Ну, я 5 нашел. 18. А вы понимаете, в одном месте написано «я дверь овцам», а в другом написано «добрый пастырь входит дверью». Да кто? Христос сам с собой сходит. Вы что такие тупые-то? Христос в одном месте себя назвал дверью, в другом месте Писание. Писание. Если не по Писанию, это волк и разбойник. Ну, Писание – это как путь, как направление к этим дверям. Дверь, это дверь, которая открывает нам путь ко Христу. Ну, возможно, даже и так можно. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Нельзя ударить без Слова Божия. Все, что ты говоришь, я все это знаю. Все, мы же с детства все это, с молоком матери. Все и читали, и все это мы понимаем. Просто у меня был такой вопрос внутри. Ладно, вот Церковь Христова. Да, туда войдут и православные, и староверы, и пятидесятники кто-то искренний там, который хорошо служит Господу, и баптисты. Возможно, да. Невозможно, это еретики, они не войдут ни один. Игнатий, не надо весы это делить. Господь, это не наше дело. Это Господь сказал так. Остановись сейчас, Александр. Вы не тешьте себя этим. На суде Божьем Бог, не нам, еретики не написаны, не войдет. После первого, второго разумения отвращайся. Они самоосужденные. Ну что вы, евангелистов не признаете, святителей Иеговы, а адвентистов седьмого дня признаете? Вот смотри, например, какие мы еретики. Если мы говорим, например, не сделай себе никакого изображения, чтобы поклоняться ему. А вы кланяетесь. Но сейчас не об этом говорим. Второзаконие, Игнатий, второзаконие. Ну, вы же нарушаете. Да, но вы не понимаете даже второзаконие, не то, что Новый Завет. Это вы слушайте внимательно. Ну зачем? Ну зачем? Там и конкретно первая заповедь. Не сотвори никакого кумира. Никакого. Ладно. Вы забиваете, не хотите узнать. Скажи, Христос в какой храм приходил? Кто его построил? Ну покажи свое знание сейчас, что ты Библию в руках держал. Христос приходил в дом Божий, говорит, дом мой, дома молитва наречется. Кто этот дом построил из людей? Ты имеешь в виду храм, который именно Христос заходил? Да, заходил и выгонял торгашей. Кто этот храм построил? Ну, это история, конечно. Ну, тебе уже это, трудно. Это, конечно, не Соломон. Это тот храм был раньше разрушен, а этот храм строили уже... Ты там говорил в этом, в своих записях ты говорил, я просто сейчас забыл немножко. Ну слушай внимательно тогда. Зарававелев храм, Иисус сын Ясидеков. Об этом пишет пророк Агей. Пишет Зарававелев. Запиши, 41 глава, 17 стих, запиши. 41 глава, 17 стих. Иезекииля, пророка. Какой этот храм, какое его устройство было. И вот слушай, вы все, вот, которые не православные там, начинаете, а вот 20 глава или второзаконие, не сделай изображение, да, не да, сделай. Да, я говорю, ты почему берешь-то из Ветхого Завета? Ну а как же? Я говорю, а почему ты 25 главу не считаешь? Там написано, сделай изображение. В Библии не может быть противоречий-то. Вы такие прям вот, что такое секта? Это узость взгляда на истину, как через щель. Вот Иегова, 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 теперь только Иегова. Субботники о субботе, суббота, суббота, суббота. Православие, Игнатий... это все Писание. Я сейчас закончу. Смотри, слово икон, икона, перевод только один есть. Изображение. Это греческое слово, икона. И когда ты начнешь считать то, что я указал, Иезекииля, построить храм, в который придет Господь. Этот храм был весь в иконах. От пола до потолка. Внутри и снаружи. Вам же сюда не вместиться сейчас. Христос пришел и говорит, дом мой, он с иконами принял, а не сказал изображение уберите. Это по его повелению их изображения были. Храм, в который зашел Христос, в который ходили апостолы, после сошествия Духа Святого, 3 глава Деяний апостолов,
Иоанн, Петр шли в храм, сейчас молитвы 9. Он был весь в иконах. Вы почему никому это не говорите-то? Вы же обманываете людей. Икона – это священное изображение, а идолы – это то, что уводит от Бога. А в храме Соломоновом слава его несравненного Бога наполнила храм. Священники не могли стоять. А там были валы, море на валах. Там были львы, нечистые животные. Чего вы молчите-то? Не сделай изображение, Бог принял. Вы еще уперлись-то? Изображение нельзя делать те, которые Бог не повелел. А это не повелено было. А как тогда? А так. То, что видел на небе, ему было показано. Теперь показано, какие животные, все. Так на небе людей-то не было. Путь закрыт был. Первый вошел туда разбойник. Ныне будешь со мной в раю. А так как теперь святые на небе, их изображение в храме. Сейчас у баптистов рисуют везде в их молитвенных домах. Я говорю, молитвенный дом и дом молитвы разница есть? Нет. То есть они ничего не понимают. Дом молитвы один. А молитвенных домов это синагоги. Их много может быть. Дом молитвы, где приносится жертва. А в синагоге его бы убили сразу за это. Я во многом с тобой согласен, но не во всем. Во многом согласен. Вот. Ну ничего, Игнатий, все так, равно, все равно назидательно тебя слушать. Да. Назидательно все равно. Так, я вам сейчас скину наши занятия, когда идут. Приходите. Еще мне перебью маленечко. Не перебью, а просто как бы это. Еще мне понравилось, вот когда вы встречали вот ту, ну я не знаю, как женщина назвать ее, вот я даже не знаю, как ее имя, вот который дом-то вы ее там очищали, это вот это да, все. Да, Татьяна, Татьяна. Вот, Новик, так, вот пусть Татьяна. И вот когда вот сестры все встали, вы перед, когда первый раз вы пошли из этого дома, первый раз в церковь. Да. И вот ваши сестры стоят в белых платочках, в длинных таких вот сарафанах, вот таких вот. Это была красивая картинка, очень красиво, очень хорошо, очень целомудренно и очень красиво. Это мне понравилось. А вы посмотрите, когда у нас с детьми занимается, как дети одеты. И нынче, когда были вот у нас, в каждом деле ты христианин, во всем. И об этом не говорит никто, а отец мировой педагогики Ян Амос Каменский. И походка, Златоуст говорит, и походка, и разговор, и благоговение ко всему, что Бог сотворил. Они так же идут. О, это очень важно. Благоговение. Да. А не оставь первую любовь. Вчера меня пятидесятник спрашивает, а что такое первая любовь? Я ему объясняю, но вопрос за вопросом задает, и ни с чем он нигде не противоречит. Нигде. А ему 61 год, в третьем поколении пятидесятник. И он вышел вчера на меня. И тут вот баптисты приходили, они мои книги выписывали, заплатили долларами, в Америку отправил. И ни одного слова против нету. Ты внимательно отнесись к своей душе, Александр. Прокопий. Да-да, надо, хорошо. Что ж ты так это? Я тебя хорошо. Вопрос спрошу. Почему ты расстегнутый сидишь? Верхняя пуговица. Почему растет? Верхняя пуговица? Да. Почему? Ну, она у меня туговатая. Туговато. Разожирел. Так, смотри, слушай, не в этом, что туговато. А галстук зачем ваши братья носят? Ну, носят, как бы, это как бы костюм считается. Да какой костюм? Веревка на шее. Это аксессуар, цепь на шею для собаки. А у вас почему поясочек? Это знак, у нас никогда нету. И когда он галстук снимает, обязательно должен расстегнуться, закон такой. Если у него костюм, нижняя пуговица должна быть расстегнута. Вы не знаете ничего. Никогда не расстегивайся, застегнись, перешей пуговицу. Ну-ну-ну. Ну, у нас было это порядок такой, что застегивали пуговку, а потом перестали к этому относиться серьезно и стали ходить так. Да. А было, что в церковь только с застегнутой пуговкой заходили. Да это же один день, только скажи, и уже все, спорить-то не надо. Это и так понятно. Это масонский знак, что ты их раб. Веревки надели на шею, это костюм. Какой костюм? Он не греет ничего. Ты с них галстук не снимешь. Они промасонены у вас все уже. А вы все еще баюкаете себя, в Царство Небесное собрались. Наведи сначала здесь порядок. Ну хорошо, хорошо. Это ты меня отругал сегодня. Да как отругал? Я тебя говорю-то по любви к тебе, ты мне разве чужой? Ну, ничего, нормально. Но мне уже тоже 64 года уже. Вот в мае будет 65. Уже мы не дети, не понятно, дети. Понятно. А, Игнатий, а тебе, наверное, уже к
К восьмому десятку, наверное, тебе, да? 78. О, видишь, я как угадал. Ты младше нашего Николая, значит. Младше Николая на 4 года, А наверное. Николаю сколько? С 36-го. Да, на три. А, на 3 года. Да. Ну, ты бодрее его, бодрее. Ты бодрее. Он там Чем сейчас, бодрее-то? Я... знаешь как? Он же был коммунист у нас, Николай, старший. Коммунист, член партии был, все. Потом вот он уже когда уже на пенсию, все такое, он жил в Риге, он там и живет сейчас. Так знаешь, что получилось? Я тебе немножко маленькую историю его. Потом его Анатолий, это мой брат тоже, он в Германии живет. Он его к себе позвал туда, в Германию. И его привез на маленьком автобусе, микроавтобус, туда в Германию привез, он побыл там, побыл, пожил, и он там обратился. Ну, как бы за свою прошлую жизнь покаялся и как бы обратился к Господу. Вот так. Приезжает он туда, в Ригу снова, а к нему вот эти вот, что ты говорил, еговисты. Да. Они же везде приходят и вот свои вот эти суют то в двери, то если кто выйдет, то сразу в руки сторожевую башню там или что-то еще там. И вот это вот все. И ты знаешь, они его так как учили, он даже к ним на съезд потом съездил. Я говорю, Коля, ты что делаешь? Это же, говорю, вообще люди, которые не признают Иисуса Христа. Вот. А он это самое, говорит, да они хорошие, они тут так ухаживают за мной. Вот и ты же это же сказал. А он же, Перевита. это, слышь, а он постарел, вот ты-то, видишь, подтянутый весь, и как-то еще бодрый такой, а он весь уже такой немножко, это, ну, осунувшийся, маленько уже постаревший такой. И говорит, вот они ухаживают за мной, вот там варят, приходят девочки, моют полы там. Ну, они его обольстили, вот так вот, вот. И говорит, я с ними согласен, говорит. Вот и тебе, пожалуйста. Неутвержденный. Обратился, но неутвержденный был. Никуда он не Вот. обратился. Кого обратился? Вы так-то просто, а я верующий. Это не дело. Не-не, Игнатий Человек должен Тихонович, он возненавидеть грех. покаялся в своих прежней жизни. Как вы знаете, что он покаялся? Откуда у вас известия такие? А он молился там, Ну в то, что Германии. молился, то мало ли клоунов-то. Если он Да не, Игнатий, обратился, ну это как, взрослый человек, вышел вперед, встал на колени, да. молится. Ну как это, артист, что ли? Ты что, брат, обратился? Ты теперь сколько раз повторял, тебя из этой ямы ты не вытащишь самого. Что он обратился? Бог показал, никакого обращения не было, не принял его. И поэтому он свалился в страшную ересь. Игнатий, не оскорбляй нашу церковь. У нас Я не ему говорю, о яма. Николае говорю, о Николае говорю. Ты говоришь, в яму там это самое Я говорю, вошел. что если бы он был принят, он бы только каялся и плакал. Что он делал? В какой банде состоял? Да, это было. Ну Ну вот так вот. его вот обольстили, вот эти вот обольстили. Сейчас не знаю, чем закончится, потому что это очень далеко, мы редко даже разговариваем. У нас тоже время разное, Я, и мы. Николай, я знал коммунистов, которые обратились. Ты посмотрел, какой у них плач был. И они всю жизнь теперь не просыхают плачут. Где я был? Откуда Бог? А это так, пошел, теперь еще лучше, ухаживает, полы моет. Да какой он после этого-то? Ему бы день и ночь, надо говориться, Бога благодарить, радоваться. А Но он пошел. обольстили. Вот. Но он ходит и в нашу церковь, у него она через дорогу, наша, баптистская, через дорогу там. Ну и вот эти привязались к нему, вот молиться надо за него, чтобы Господь удержал от этой еговистское направление. Я вот спрошу Хотя тебя, вот Николай. они приходят и сразу говорят, почему вы не говорите имя Иегова? Какое имя Господа? Вот у них самый Ну вот главный это боевой. ты им ответь. Скажи, 8 раз в Библии говорится Иегова, в Библии. Но в переводе так звучит. А слово Господь встречается больше, слово Иегова в оригинале больше 7 тысяч раз встречается. Они правы. У нас православие тоже скрыли, ни богослужения нигде. Мы стараемся вести. Каждый день мы молимся и поминаем Бога Иегова. Ты считай Библию-то. Как Бог, как тебе имя Моисея спросил? Он говорит, Иегова, сущий. 3 глава Исхода, считай. 8 раз, 8 раз он, Бог, назвал себя Иеговой. А мы что, забыли? Нет, мы знаем это имя, есть это все, мы знаем. Ну,
Моисей, он сказал, я Бог вездесущий. Вы когда последний раз молились, на молитве говорили Бог и Иегова, когда говорили последний раз? Ну, мы обращаемся просто Господь, а вот больше еще. Так. У меня в книгах слово Иегова встречается 2900 раз. Mm-hmm. И только в стихотворениях 980 раз, потому что забыли, я напоминаю. Иегова. Это просто вода. А зачем вот ты так... воду пьешь сейчас? Зачем пьешь? А когда человек говорит, у него рот немножко пересыхает. Не вот надо, почему у лекторов, всегда стоит стаканчик. Не надо. Это не надо делать-то. Вот у нас тоже выходит священник там где-то по радио и сидит, хлюпает там, пьет. Да какой же ты верующий? Верующие почему... по неделе не пьют, не едят. Ну это да, это посты... Это... Перед экраном сидеть и хлюпает, сидит. А сам сидит, говорит, задница на два сидения не умещается. Не, у меня еще пока... Ну, тоже надо немножко воздерживаться от еды. Тут с едой у нас, конечно, грешим. Это вот уже сознаем. Мы это сознаем. Объедение здесь, в Америке. Вы свиное мясо едите? Ну, хочу сказать жене, чтобы перестала она покупать это мясо. Оно тяжелое. А у вас мусульмане там живут? Есть в Америке мусульмане? А ты сам свиное мясо ешь? Да я никакого в рот не беру полвека. Свиное. Ну как? Ну супчик же варят же, все равно же какие-то косточки там. Этого нету. У нас нет этого. Супчик? У нас мяса вообще нету, на столе не появляется. Ну а косточки варите же для навара? Нет, конечно. Борщ. Не, конечно, если... нет. Продается кошачья там еда или молоко дали-то. У нас нету. Я никакое мясо в рот не беру. Я уже не помню, так может лет 60. Там, когда маленький был, там может быть. Никак. Но, апостол но это... Павел говорит, не буду есть мясо, пить вина. Вино пьешь? Ну, на вечере только. На вечере. Так вот смотри, если у вас есть там мусульмане... Причастие. Александр, да у вас нет причастия, только воспоминания. Вы что вы думаете-то? Слова православные берете. Слушай, сначала мусульмане. А это у нас брат говорит так. Да, мы ничего не говорите, я спрашивал, я говорю, что у вас, хлеб? Вот вы подали людям, что они берут в рот? Хлеб. У вас нету таинства. Вы не причащаетесь, вы только напоминаете. Игнатий Тихонович, каждую вечерю служитель напоминает, съесть тело мое за вас ломимое, творите все мое воспоминание. И взял хлеб, возблагодарил, преломил. И мы также будем делать. Да нет, я сейчас я отвлекусь тогда, скажу. Я 55 лет с баптистами работаю. Ни в одном месте, ни один пресвитер, ни старший пресвитер не сказал, что это тело. Я говорю, вот вы ломаете, берете что? Хлеб. А людям даете в руки, что они едят? Хлеб. Присуществления в учении баптистов нету. Что ты выдумываешь, что ты тут совсем захватил? Не, но, душа ваша просится. У нас братья так и объясняют. После благословения, после молитвы, оно превращается как бы в плоть Господа Иисуса Христа. Это как бы прообраз. Понимаешь? Не прообраз, это реальность. Вот ты проговорился, прообраз. Да какой же это прообраз? Это ну, реальность. Значит, я, наверное, неправильно сказал просто. Я но... сказал правильно, твой язык выдал тебя. Слушай внимательно. Если у вас есть мусульмане... там, а их очень много в Америке, я знаю, то вы свинину бы во двор не запустили, вы свиноеды, вы никогда им не будете свидетельствовать, ни один мусульман не придет через вас. А мне сейчас только несколько мусульман пишут, приняли веру, смотря на наши ресурсы, пришли в православие. Ну да, сейчас мусульмане приходят, вот, бывает, но они с разной целью приходят в церкви российские. Ты, вот, например, в этом в Сирии столько разгромили церквей, и даже то место, вот я недавно только смотрел эту вещь, то ли Рогаткин, то ли кто это говорил, ну, корреспондент я имею в виду, и он говорит, вот даже вот эта деревня, здесь говорят на том языке, на котором Иисус Христос разговаривал. То есть это места, вот где Сирия, да, это те места, это святые места. Там апостол Павел получил возрождение. Там вот это все. И они, ты знаешь, полностью церква, детей поубивали. Это мусульмане вот эти все.
сейчас идет, Игнатий, очень серьезная подготовка. Вот представляешь, они прибежали 2 миллиона, да, в Европу. Европа через 30 лет будет черная вся. Ты понял? И мусульманская. И куда денутся христиане потом? Они будут рабами. Они будут пасти им овец. Вот что они будут делать. Когда они убивали журналистов, им сказали, в Коране написано, что людей Писание не убивать, а только чтобы платили налоги, закят. У меня 18-й том, посвященный разбору Корана. Это 750 страниц. Каждый стих Корана, сура, аята я разбираю во свете Библии, сравниваю о них. И они говорят, а где вы видели христиан? Посмотри, как они ведут себя. Так что... Да, они христиан называют неверные. Нет, Невер. нет, нет, нет. Это тех, которые не исполняют. Вот нас пугали. Мне говорили, вот вы едете, в Чечню не ездите, там только голову режут. Но вы-то все равно уже вроде отпетые. А с собой-то берете-то люди-то, молодежь-то погибнет. Я никого не опровергаю, Александр. Я только хочу сказать, на нас ничего не исполнилось. Где мы ездили? Ну, это не день, не два. Ну, до Лиссабона, от Тихого до Атлантического океана. В Турции были где. Нас принимали как родных и близких. Я в мечети стоял, у них молился. Отдельно комната для намаза, мы разрешение попросили и молились. Мы все засняли. Я зашел вот к ним, меня завели, подвели у них в мечеть. Я зашел, а там между молениями, между двумя намазами у них сидят эти, как ваххабиты-то, ну, подстрижены бородки, все. Я совершил три поклона, землю поклонился и на коленях молился. Когда я встал, они вокруг меня кольца в три стоят. Ты посмотри, какие лица у них жестокие. Ну вот я стал говорить над ними. Мы расстались, как будто мы все время рядом жили. Они улыбались, они не отпускают. Бог Это открывает за... сердца. Бог. Это заснято, да? Да вы Вот просто это вот, не вот смотрели. это. Мы в доме Муллы ночевали, в доме Муллы. И там беседа какая была, все заснято. Я постараюсь найду и Вот, посмотрю. я не знаю, в таком возрасте не знаю. Понимаете, мы проехали все. И нигде с нами мусульмане плохо не поступили. Игнат Они Тихонович. знали, что мы христиане и представляли нас. Вот христиане, настоящие христиане. И где мы молились, они рядом молились, или мы, где они. Они никогда в обиду не дадут, кто молится. Мы дорогой ехали, из каждого села, где бы мы ни жили, мы 7 раз в день молились, на молитве были, 7 раз. И каждый раз это 3 святые и 100 поклонов. И они, если подходили рядом, вы посмотрели бы, с каким благоговением они разговаривают с нами. Вот Но почему Дух Святой открывает. они видят, с кем дело имеют. Ну, конечно. И когда я сотрудничал в тюрьме после освобождения, 17 лет в местной тюрьме, я в первую очередь стараюсь помочь мусульманам, а не христианам. Он попал за что-то, виноват. У него другое питание здесь, другой народ, другой обычай, другая культура. Не дать ему отчаяться. Так они, когда возвращаются, они ищут, где я живу, прийти, чтобы отблагодарить. Они очень благодарные. И у меня опыт работы, я говорю. И поэтому, а где будут христиане? Да их еще найти надо, христиан. Ослабели сильно. Я с тобой здесь согласен. Сильно ослабели, сильно ослабели. Так что... И вот был... Ну, я немножко вернусь к той мысли, которая сказала, что 2 миллиона в Европе сейчас. Мысль была такая. Я был на конгрессе в Риге. Там собралось очень много, очень много. Я был приглашен не как служитель. Просто меня позвали как знакомого, знаешь. Вот. А там служители были. И вот ты знаешь, что там говорилось? Там говорилось, что все-таки ожидается опасность большая. Ожидается большая опасность. Уже много случаев, когда эти мусульмане взрывают себя в русских церквах. Но вот, правда, у нас тут в Америке сейчас один ворвался в церковь и застрелил 26 человек, а не в баптистскую церковь ворвался он. Но он не мусульманин, он просто, у него крыша съехала. Вот. Но если мусульмане творят такое. То есть, а итог вообще вот этого конференции был, да, когда, значит, что христиане перестали рождать детей, ну как, ты знаешь, в Америке или один ребенок, или ни одного, одна собачка только. Вот так вот. И в Германии также. Вот такие вот. И они же себя называют христианами, такие люди тоже.
Они же все христиане в Америке, все тоже. Вот. И что будет через 30 лет или через 40 лет, понимаешь? Вот о чем задуматься можно. Задуматься надо о сегодняшнем дне, а не тогда, когда все уже... Вы говорите 2 миллиона, это 2 миллиона прибыло. Во Франции уже 47% населения мусульмане, 47. Согласен. Это не 2 миллиона, а 28 миллионов. Как у нас в Китае уже весь восток захваченный. Уже надо... там они уже лес пилят и все, да, там они уже, да, делают. Да, надо реально смотреть на это. И как? Попущение Божие. А вам мешает это нисколько? Это новое поприще. Ну, я думаю, что ожидается гонение на христиан, Геннадий. Ну, так это хорошо. Да. Кровь христиан. Вот что, кровь христиан, ты видел, как они вот так вот, ножами вот так вот, это, в красном, конечно, одеянии. Видел. Христиане, а они в черном, и вот так. То есть, ожидается переплавка, наверное, церкви. Ну, ты слышал, вот 6 глава, 9 стих, Откровения. «Доколе, владыка, не мстишь за кровь нашу под жертвенником?» А Господь сказал, успокоиться на малое время, «доколе, что и другие дополнят число». Не сказал, я прекращу гонение, а наоборот. Это вещь Божия, не хотели веровать. Вот Мухаммад и пришел, вот он теперь вам покажет. Они ревностные, они талантливые, религиозно, как Андрей Кураев говорит. Они не стоят на одном месте. Вот зашли в Дубаи, у них мечеть, сколько вмещает, говорит? Ну, примерно 18 тысяч. А зашел, никого нет. Он говорит, подошел к служителю к их там и говорит, вы, мама, а что, у вас люди не ходят? Да, говорит, а сейчас время нет, говорит, уже намаз кончился. 5 раз в день собираются. И что? Ну, вы придите. Я, говорит, походил, прихожу, маленько опоздал. Не мог зайти. Вплотную все забито. Мужчины одни. Да где у нас ты соберешь 100 человек? Одни мужчины, что были, 5 раз в день на молитву становились. У них главное, намаз. Вот что самое ценное. Я мусульманством не со стороны говорю, я занимаюсь им. У них молятся отдельно. Женщины отдельно, а мужчины отдельно. Так мужчин-то собрать как вместе? Вот сейчас они вышли в Москве молиться. Праздник был, Курбан-Байрам. И говорят, там было примерно 150 тысяч. Сегодня говорят, 1 200 000. Все улицы запружены, пройти нельзя. И полиция охраняет. Одни мужчины, все одновременно склонились. Ты сейчас 1 200 000 баптистов собери в Америке. Да никогда, никогда не собрать. Даже Билли Грейм столько не собирал. Еще раз говорю, это всего лишь только в Москве. Это не их город. Они Хабаровск, говорят, наш город, здесь уже наш. Кстати, Билли Грейма вчера было день рождения. 98 лет, кажется. Живой, ну, старенький уже, конечно, уже сыновья служителя. Ты, наверное, слышал проповеди Билли Грэма, знаешь. Конечно. Вот. Ну, это считается, он там мощный евангелист на уровне, как вот Песте, Ярла Песте. Только Ярла Песте немножко по-другому чуть-чуть, а тот немножко другой. У них разный стиль и разное. Мы это... переписывались письмами с Ярлом Николаевичем Песте. И я ему выслал книгу «Для слова Божия нет уст», как в тюрьме было, как суд. Мы, говорит, всей семьей считаем сейчас. Здорово. Вот как. Это меня здорово. Судили, у меня его проповеди, за которые судили, мы брали сирийско-рижских баптистов. Леоню, вы знаете, пастуха. Да. Вот. 136 часов звучания было. Для меня, я знаю. Я есть, это не чужой. Я все знаю, это на суду все говорилось, и все это я знаю. И тебе приписали, как это такое, пропаганду. Ну, я понимаю, это понятно все. Но все равно хорошо было пообщаться, приятно было пообщаться, Игнатий. Ну, значит, что тогда, с Богом тогда пока. А я потом найду, где это. А как ты говоришь в скайпе-то, какой адрес зайти мне потом? Сейчас, прямо здесь. А ты можешь написать, скинуть мне, ссылочку скинуть? Не-не, сейчас уже работает. Ну напиши это мне, смс-ку, куда я должен зайти.
Ну да. А зачем ты говоришь вам? Я же младше тебя. Здесь, вот в Америке, все на ты, Игнатий. Вот смотри, подожди. Мы молимся, когда, Господи, укажи путь твой. На ты его называем. А ты меня на вы. Зачем это так? Это такая уже... Это как бы... Я понимаю. Понятно. Последний. Хорошо, это хорошо. Ладно. Игнат Тихонович, последний вопрос. Последний вопрос. Почему, когда с тобой встречаются, это, и раз, и поклон до земли, написано Господу Богу поклоняйся и Ему одному служи. А почему у вас, как бы, у старообрядцев, да, как бы, ну, я понимаю, что уважение, это как-то, ну, да. Ну, а почему до земли вот кланяться надо? Вот. Прям на колени становятся. Так. Это вы старообрядцы, а как? Староверы? У вас же двоеперстие же, это же староверы. Да не, Игнатий, что-то ты меня запутываешь. Ну, я с теми-то вообще не разберусь. Я тут-то не могу разобраться, что вижу, а тех, кого не... Ну, ты смс-ку-то скинь все равно. Ага, все. Ну, а разговор можно выключить. Ага, спасибо, до свидания. С Господом. Спаси Господь.